Доброе утро всем! Сегодня понедельник, у нас 17 апреля. Вы на канале Хуторянка, и мы начинаем наш день. Ну, естественно, была уборка, завтрак. А сейчас будем делать пиццу с вот такими вот быстро действующими дрожжами именно для пиццы. Так что вот начинаем. Я буду делать как обычное тесто, которое я всегда делаю для пиццы. Замешиваться оно будет в хлебопечке. У меня вот такая вот от Polaris. И приступим. Воды здесь. Ну, по рецепту, вот рецепт 480 грамм, да, то есть миллилитров. Я 500 добавляю и муки потом еще немножечко подсыпаю. Вот, и взвешиваю это все на весах. Так, все я заложила в хлебопечку все ингредиенты. Ой. И сейчас будем ставить тесто и ставить на режим теста, на замес. Здесь вот. А ты что хочешь, сынок? Ты куда? Ты поехал? Мы включили мыть посуду, да, сына? Что мы еще сделали? Немножечко здесь помыли пол с Афанасием. Афонь, отойди, пожалуйста, от посудомойки. Она моет посуду, слышишь меня? Афоня, отойди, она моет посуду, не мешай ей, слышишь? Афонь, мы сейчас поссоримся с тобой, отойди, пожалуйста. Давай, 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 отходи, ты слышишь меня? Давай, отходи, она моет посуду, что ты ей мешаешь? Так, тесто для пиццы уже готово. Вот оно теперь лежит в холодильничке. И ждет своего часа, когда папа нам привезет колбаску, и мы будем все готовить маленькую пиццу. Да что такое падает, да? А? Колбаски пока нет, папа должен все нам привезти. Я сейчас засыпала лимонную кислоту в чайник, поставлю, чтобы он закипел. И после этого немножечко чайник подостынет с вот этим раствором лимонной кислоты. И потом я сливаю эту воду, заливаю чистую, еще раз кипячу и тоже выливаю. И потом только уже мы пьем на третий раз, получается. Вот, и в общем, потому что уже накипь, конечно, на нашем чайнике чаще, чем на других. То, что вода у нас колодезная. Поэтому вот так вот мы его и причищаем. Он у нас уже 3 года. Верой и правдой нам служит. Когда мы, знаете, жили у родителей, там вода водопроводная, и достаточно она в станице у нас очень хорошая, ну, достаточно хорошая, то есть там накипи на чайнике. Чайник у нас был от Moulinex, самый первый, он у нас 10 лет, наверное, прослужил. И ни накипи, ничего на нем не было, он был вообще просто суперский. И мне он так нравился тем, что у него форма именно чайника. То есть он не вот такой вот вытянутый, высокий, а он более такой квадратный, что ли. И с вот такой вот вверху ручкой. В общем, он был здоровский вообще, как вот обычный чайник, который ставишь на плиту белый, только, ну, он был электрочайник. У нас, наверное, один с первых он появился, ну вот как только они пошли. Вот поэтому я прям запомнила, что этот Moulinex, он был просто потрясающий по форме, и по качеству был очень хороший. А этот, когда мы купили сюда, переехали, Bosch, он тоже достаточно неплохого качества, то есть учитывая, что сколько мы его тут уже кипятим, я думала, нам придется его менять. Каждый год чайники, но нет, он прекрасно работает. И я даже испугалась, думала, что он ломается стал, когда он не включался из-за накипи. То есть он включится и там несколько секунд и выключался. То есть датчики срабатывали на накипь, что он уже закипел. Хотя вода была еще холодная. Так, и сейчас нам вывесить еще белье надо. Так, мы на улице, да, сына? Что мы будем делать? Деда. Да, дедушки, ну пошли. Смотри, давай покажем всем, что у нас уже яблонька расцвела, да? Деда. Да, деда, сейчас пойдем. Дедушка там на огороде, сейчас пойдем на огород. Вот у нас вот эта вот ранняя яблонька, она уже расцвела.
Вот она красавица, уже тут пчелки летают вовсю. Да? Цветочки только нельзя обламывать. То тогда у нас так не будет яблочек, да? Из этих цветочков потом вырастают яблочки. И мы их кушаем. Да, вот это у нас семеринка. Она попозже. Поэтому она и попозже и цветет. Вот, да. Что мы будем делать? До дедушки пойдем, сыналь? Мы пойдем до дедушки или нет? Или ты тут поиграешь? До деда пойдем? Да. Пошли. Все, помощник побежал. Только по дорожке беги. Здесь посажена кинза. Вот мы идем по дорожке. Вот же дорожка. Мы тут идем. Да? До дедушки. Гляньте, какая полянка заросла этими цветочками. Да туда мы сейчас идем, туда. Так, ну что, и пока Фонечка катался на машинке, я засекла себе 15 минут, немножечко опять прополола в палисаднике. Ну, так потюкала, знаете ли. И хочу показать, насколько выросли пионы с пятницы. Кстати, здесь уже вот цветочки, вот эти бутончики видны. Цветочки, бутончики, да? И нужно будет их посынковать, то есть обламывать боковые. А, сынуль, ты приехал? Что вы там, все для пиццы купили? Здорово, ну пошли. Обедать будем? Да как в школе дел? Нормально. Денек прошел хорошо? Физкультура? Плохо. Почему? Здрасте. Привет, папочка. Что ты тут? Я обычную потом. Да? Так, ну что, Григорий уже пообедал. Мы вообще уже все пообедали. И сейчас я буду делать пиццу для Антошины. Очень страшно. Для Антошиной ярмарки. Тесто готово. Вот сижу, не здесь купила колбаску. Сервелат. Ветчину. Коневскую. Сыр. Соус будем делать из этого вот всего. Из майонеза, из кетчупа и маслинки. Буду украшать пиццу маслинками. Так что сейчас все нарежу, все подготовлю, чтобы потом уже только делать пиццу. Так, ну что, все ингредиенты готовы. Для украшения еще потом подрежу маслинок. В общем, колбаска, ветчина. Лук не буду класть, потому что это же детская пицца. Помидорчики, соус из майонеза, кетчупа, сыр. И вот наше тесто. Сейчас будем готовить пиццу. Вкусно. Так, вот такая вот пицца получилась. Сейчас буду отправлять ее в духовку. А я уже почти все сделала. Тут. Ну что, первая партия пиццы готова. Вот такие вот. Непонятно, кто хотела сделать котят, но вот, в общем, вот как-то вот так вот получилось. Сейчас все это остынет, и будем делать вторую партию. Так, мамуля уже доедает маслинки, потому что осталось три пиццы печь. Это нам будет, еще там три пиццы детям тоже. А вот эти вот котята и такие вот пиццы с паучками, это садик. На Луну. Да? Нет. С личиком. Тебе сюда надо, Афонь? А ты куда, сына? Ну сядь хорошо. Держись. Молодец. Ну-ка, хлоп! Только и пакетик проси, Афонь, проси пакетик. Тут надо царский ложить. Все, Афоня, пошли погуляем, пошли. Что, еще? Бери, бери еще, бери. Так, ну еще одну. Да. Конечно, так мы уже сами кинулись. Опа. Да, видишь? Нет. Нет? Папа. Опа, а я уже свистнул, да? Прикольно. Да.
Иди, посмотри, покажи Афоне. Это кто купил, Афоня? Ты купил. А кто платил? А, ты платил. А мы думали, папа платил. Ты платил. Ну как, тебе вкусно, Антош? Что ты еще хочешь? Афоня, ну что, у тебя получается дуть? Бесплатно. Загадал желание, Гриш? Ничего. Сержиня сказал, мы уже три желания загадали. Загадали. А что надо делать? Гриша, иди, помоги ему завязать. Афоня, у тебя получилось? Давай я тебе помогу, давай. Что ты купил, сынок? Это выше? 150 смотрится на этой картине, когда три волка и один петушок. А где? Волки. Так ты ее переверни, ты мне неправильно ее показываешь. Почему правильно? А, вот такая картина. Папа, отлично, сынок, отлично. За 150 рублей. Еще денег полно. Ты куда, сынок? Ты поплыл? Ты ему все показываешь? А Фоня куда ему ходить? Ну как тебе ярмарка, Антош? Нормально. Да? А как праздник прошел? Там концерт у вас был, да? Да ты разрисовал, сыночек, да? Повесим на наше дерево. Из теста это, да, яйца? Ну и как, тебе понравилось? Христос воскрес. Правильно. Воистину воскрес. Правильно. Вот так. А потом что ты еще что-то купил? С маком внутри варенья. С маком и варенье. В общем, кучу мы здесь всего накупили. Я всего накупила. Ты всего накупил. Куколку сделал, да. Еще расписал нам яичко на дерево, да, мы его повесим? Оно засохнет? Но оно уже все. Так, вы все взяли? Я? Вот. Так, все, Григорий, я отвезла на карате. Сейчас уже еду домой. Решила не ждать его там сегодня полтора часа. Сейчас покажу вам небо какое тут красивенное. Вообще туча. И как солнце красиво пробивается. Вот оно какое. Обалденное. На камере, если честно, не так как-то. Как в жизни. Чиз! На ус только. Ну как вам спагетти, девчонки? Мальчишки. А тут прям три мальчика и три девочки, да? Да, Фонь? А нет, четыре. Мне на кошку диету посадили, две макароны. Что? Ну, если тарелку? Считать. Маргарита нарисовала рисуночек, да? Что ты нарисовала, Маргарита? Крестик, цветочек. Это цветочки, это полянка, да, цветочки? Папа, подай Зою. Зою, подай. А ты зачем Зою обижала? Ну, иди сюда. Зоя, одевается. До свидания, девчонки. Зоя! Пока. Подожди чуть-чуть в конце. Ты же не помог. Ну что, уже почти 9. Я сейчас пойду складывать вещи. Я сидела в интернете, дети тоже. Все по компьютерам, потому что сегодня все, конечно, повеселились. И сейчас пойдем немножко отдохнем.
Да, детки, что вы там делаете? Ярмарка прошла хорошо, да. Гриша тут у нас в комнате лежит. Я сейчас сложу быстренько вещи. Завтра мы, в общем, вяжем, поэтому нужно сегодня все здесь навести в порядке. Тут гора вещей меня ждет. И сижу не на волейболе пока. Поэтому буду сейчас спокойно с телефоном в обнимку складывать вещи. For all the times that you ain't my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.